перезагрузка двухсторонних отношений. Сегодня глава Чувашии обсудил перспективы сотрудничества с руководителем отделения посольства Республики Беларусь. Внешний торговый оборот республик превысил планку в 50 миллионов долларов. Это итоги первого полугодия. В перспективе стороны надеются на увеличение объемов двухсторонних продаж. Сейчас Чувашия поставляет в Белоруссию кухонное оборудование, автокомпоненты, электротехнику и кондитерские изделия. В ближайшие годы экспорт может быть увеличен в несколько раз. Стороны намерены расширить грани сотрудничества в транспортной сфере. В Чебоксары готовы приобретать минские автобусы. Будет развиваться и сельскохозяйственная кооперация. Впереди у нас есть возможности роста, о чем мы сегодня разговаривали по всесторонним направлениям. Это кроме традиционных вопросов внешней торговли, это вопрос производственной кооперации, реализации совместных инвестиционных проектов. На это у нас есть обоюдное желание и возможности сторон. Есть финансовые инструменты, с помощью которых мы можем решать эти вопросы. Мы учитываем возможности, которые предоставляет, будем говорить так, инвестиционный климат республики. Более подробно вопросы дальнейшего сотрудничества двух республик планируют обсудить на совместном заседании рабочей группы. В Минск отправится и официальная делегация Чувашии. Ожидается, что стороны подпишут ряд деловых документов. Сейчас идет вопрос по наполнению программы данного визита, чтобы мы могли на предстоящий период обеспечить, будем говорить так, субъектам хозяйствования четкий алгоритм работы, чтобы было понимание, куда мы идем, с кем и что нам предстоит сделать.